Чиновник Госдепа дал показания в Конгрессе, рассказывал про парохоботов, холодница кого и Волкера. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал отомстить и предоставлял информацию личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, надеясь, что ему удастся таким образом отстранить от должности бывшего посла США в Украине Мари Яванович. Об этом заявил перед членами трех комитетов Палаты представителей ведущих расследования импичмента, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. В четверг была опубликована стенограмма его показаний в Конгрессе, которую он дал 15 октября при закрытых дверях. Кроме Луценко, как рассказал Кент, в кампании по разрушению репутации Мари Яванович были причастны, как он считает, так называемые парохоботы, парохобац. За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Яванович и меня, сказал он. По словам Кента, ситуация, которая окончательно разрушила отношения между посольством США в Украине и Генеральной прокуратурой, стало задержание Генпрокуратуры и сотрудников НАБУ, которые расследовали неправомерную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017 года. Для посольства США это было важным еще и потому, что они установили, что некоторые паспорта в результате этих схем были выданы лицам, которые подавались на американскую визу, коррумпированным украинцам, в результате действий которых Мари Яванович была смещена. Кент, кроме Луценко и бывшего генпрокурора Виктора Шокина, причислил также руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика. В другом эпизоде свидетельств Джордж Кент рассказал, как к нему приходила помощница специального представителя Госдепа по Украине.